Впервые этот электробус вышел на линию в ноябре 2018 года. Химки стали одним из первых муниципалитетов Подмосковья, где начали курсировать троллейбусы нового класса. Жители городского округа сразу оценили комфорт и преимущества современного общественного транспорта. Высокий уровень удобства отметила и лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Надежда Смирнова. Водители очень спокойные, очень вежливые, кондукторы. Прям вот, вы знаете, приятно. Приятно то, что они говорят «добрый день», всегда подъезжают к этому в бордюру. По словам директора троллейбусного парка «Химки Электротранс» Александра Васильева, преимуществ у нового вида троллейбусов много. Они касаются безопасности, комфорта, а также экономят электроэнергию. Преимущество в том, что они позволяют без контактной сети порядка 20 километров проезжать, объезжать аварии, объезжать ДТП, ну и делать троллейбус более маневренным по сравнению с обычным. На сегодняшний день в городском округе курсируют два электробуса. Они позволяют разгрузить пассажиропоток. В будущем троллейбусный парк планируют обзавестись еще несколькими экземплярами современного транспорта.